Всем привет, с вами Елена, и мы на канале «Экономь с нами». Сегодня я предлагаю вам посетить магазин «Маяк». Этот магазин находится в северо-западном районе города Чебоксары по адресу Ядринское шоссе, дом 3. Для тех, кто не знает, это здание бывшего завода «Контур». А для тех, кто недавно присоединился к нашим зрителям и подписчикам, я хочу рассказать, что на нашем канале выходят обзоры товаров и цен из магазинов «Светофор», «Маяк», «Победа», «Фикс Прайс», «Галамарт», «Посудоцентр», «Магнит Косметик», «Литуаль» и магазин постоянных распродаж. Поэтому, если вам будет интересно, подписывайтесь на наш канал, приглашайте друзей и знакомых. А сейчас устраивайтесь поудобнее, будем знакомиться с новинками. Всем приятного просмотра. Зубная паста «Биомед». За 100 мл 68 рублей. И есть несколько вариантов. Вот этот вариант – бережное отбеливание, крепление чувствительной эмали. Эти зубные пасты не содержат СЛС, парабенов, фторов, синтетических ароматизаторов и красителей. 99% натуральный состав. Вот этот вариант – снижение чувствительности и укрепление эмали. И третий вариант – тройная сила, отбеливание и уход за деснами. Мне кажется, для такой пасты эта цена неплохая, хорошая. Зубная паста Aqua Fresh, сияющая белизна, 100 мл за 70 рублей. Зубная паста Aqua Fresh, тройная защита, мягкомятная, 125 мл за 68 рублей. Зубная паста Lacolute Basic, 60 грамм за 65 рублей, производство Германия. Зубная паста Помарин, 100 мл за 83 рубля. В порошках пока ничего нового не вижу. В предыдущем большом выпуске все подробно показывала, поэтому покажу только новинки. То, что было ранее, показывать не буду. Подарочный набор «Черный жемчуг», совершенная нежность, в составе мицеллярная вода. И крем-гель для умывания. 193 рубля. Появились в продаже ватные диски Lady Cotton. 175 штучек за 43 рубля. Ватные диски Relax. 120 штук за 30 рублей. Совсем за даром. Мужской дезодорант спрей Викинг. 150 мл за 65 рублей. Есть снежные вершины. Вот этот вариант в голубой упаковке. И в зеленой упаковке ледяные равнины. Вновь появился в продаже крем для рук Маруся. Он всегда был в продаже, потом исчез. Но вот теперь снова его подвезли. Крем для рук и ногтей питательный с экстрактом абрикоса. Баночка с дозатором. 250 мл за 52 рубля. Туалетное мыло Дуру Pure and Nat. 4 брусочка по 85 грамм за 45 рублей. Есть классическое мыло и есть с ароматом лаванды. Мыло Дуру есть еще и с ароматом розы. Мыло хозяйственное Сарма 140 грамм за 31 рубль. Вот новиночка. Крем-мыло Dove. Красота и уход 135 грамм брусочек. Упаковка картонная за 68 рублей. Еще одна интересная новиночка. Детское мыло для стирки My Teddy. Брусочек 120 грамм за 25 рублей. Подходит для всех типов тканей. Кто уже пользовался, пишите в комментариях отзывы. Для деток возрастом 3+. Крем-мыло мягкое, чистой линии. С двойным увлажнением и антибактериальным натуральным комплексом. С ароматом алоэ и мята. 500 мл дойпак упаковки за 73 рубля. Мужской гель для душа Dove. 250 мл за 87 рублей. И есть два варианта. Вот этот вариант баланс и увлажнение. И второй вариант свежесть минералов и шалфея. Шампунь La Flirt du Provence. С мелиссой и вербеной. 730 мл за 50 рублей. Шампунь Head & Shoulders. 2 в 1. Против перхоти. 600 мл за 290 рублей. Большая упаковка. Женские гигиенические прокладки Naturella Classic с ароматом ромашки. 18 штук за 85 рублей. Спрей Сиф ультрабыстрый. Это чистящее средство. 500 мл за 125 рублей. Этот спрей универсальный. Подходит для поверхностей и текстиля во всем доме. Средство универсальное. Чистящееся Доместос. Эффективное очищение. 1 литр за 96 рублей. Гель универсальный Доси. 750 мл за 90 рублей. С дезинфицирующим эффектом и морским ароматом. Вот это точно новиночка. Такого вообще никогда здесь не видела. Чистящее средство Уникум. Здесь представлено в большом ассортименте, но вот это новинка. Это средство от налета и ржавчины для акриловых ванн. 500 мл за 135 рублей. Бутылочку с курочком-распрыскивателем. Также в большом ассортименте представлено чистящее средство от компании Грасс. Это наш производитель, тоже и средство очень хорошее. И пока нового ничего не вижу. Моющая жидкость для уборки Мистер Пропер.
подходит для пол и стен с ароматом океана, 750 мл за 70 рублей. И вот это дешевое средство для мытья полов Мистер Дес, 1000 мл за 48 рублей. Кстати, от покупателей я слышала хорошие отзывы об этом средстве. И в этом магазине представлен в трех вариантах. Есть с лавандой, есть морская свежесть и есть лимонная свежесть. Обзором покажу вам салфетки, туалетную бумагу, бумажные полотенца, потому что почти всегда показываю эти товары. В прошлом выпуске тоже показывала. Сейчас обзором покажу. Заодно расскажу, что магазин «Маяк» – это огромный магазин, 3000 квадратных метров. Это мой самый любимый магазин, наверное, после посудоцентра. Но по сравнению с посудоцентром, это магазин с бюджетными ценами. Это, в принципе, аналог «Светофора» нашего. Но здесь ассортимент в разы больше, потому что площадь намного больше, чем в наших чебоксарских светофорах. Целых два огромных ряда с туалетной бумагой, влажными салфетками, бумажными салфетками и бумажными полотенцами. Огромный ассортимент. Еще одна новинка от Сив. Это спрей антижир. Легкость чистоты для кухни. 500 мл за 135 рублей. Подходит для плит и духовок. Удаляет 100% жира и нагара. Подходит для стекла, керамики и индукционных плит. И еще одна новинка. Антижир Уникум. Удобная минутка. Это спрей. Баночка, бутылочка с курочком, распрыскивателем. 750 мл за 160 рублей. Деликатная чистка эффективно очищает от жира, нагара и копоти. От китайского производителя Irit Home. Щипцы для волос электрические. 399 рублей. Спиральные. Диаметр 19 мм. Свободное вращение шнура. Индикатор работы есть. Керамическое покрытие. И петля для подвешивания. Вот такое удовольствие за 400 рублей. И еще одна новинка от этого же производителя. Фен электрический. Два температурных режима, две скорости воздушного потока. Есть петля для подвешивания и насадка-концентратор. Мощность 1500 ватт и цена 630 рублей. Комплект для ванной комнаты и для туалета. Два коврика. Вот такой коврик для ванной и около унитаза стелится коврик. За такой комплект 236 рублей. Состав, конечно, не натуральный. 100% полипропилен. Производство Калининград. Вот эти ковры я вам показывала в светофоре. Вот появились они в маяке. Ковер-циновка. 80 сантиметров на 1,20 м его размер. Изготовлен из полипропилена. И основа джут. Вы знаете, мне на ощупь качество нравится. Вот есть прямоугольные формы и есть еще овальные формы. Цена 656 рублей. Вот такие предверные коврики на прорезиненной антискользящей основе. Производство Москва. Состав 100% полиэстер и ПВХ. Цена за такой коврик 150 рублей. Есть серый цвет, есть черный цвет. Вот тоже новиночка. Дорожка Fox. Размер 50 на 100 сантиметров. Цена 225 рублей. Состав 100% полиэстер, только в одной расцветке представлен, производство Москва. Смотрите, какую красоту я обнаружила. Какая прелесть. Палас детский. Размер 1,5 м. Цена 420 рублей. Есть на голубом фоне. Смотрите, какие яркие, красивые. А есть еще вот такой вариант. Здесь русские сказки, все и Колобок, и царевна лягушка, курочка ряба. Лопата пластиковая с черенком и ручкой. Огромная лопата, сейчас как раз вот снег чистить. Ее цена 162 рубля. Есть вот такая лопата, перфорированная, тоже пластиковая, и черенок деревянный. Она с оцинкованной планкой. Вот здесь видите, оцинкованная планка. Цена 150 рублей. Прям совсем за даром. Лопата за 150 рублей. Вновь появились продажи снегокаты Морозко. В Победе я вам показывала такие снегокаты, а вот в Маяке уже появились. Они металлические, довольно-таки основательные. Мягкое сиденье, пластиковый руль, педальки и сами лыжи пластиковые. Цена такого снегоката 1300 рублей. Контейнер для биоматериалов 120 мл за
8 рублей 90 копеек. Маска для лица одноразовая, трехслойная, 50 штук в упаковке за 108 рублей. Посмотрим, что нового в хозяйственных товарах. Буду показывать только новинки. Все показывать каждый раз — это нереально. Площадь 3000 квадратных метров. Поэтому, если кого-то интересует весь ассортимент, смотрите предыдущие два выпуска. Там один обзор полностью посвящен продуктам и один обзор хозяйственным товарам. Вот новиночка из Татарстана. Набор пищевых контейнеров. Изготовлен с полипропилен. Два контейнера. Один объем 3,6 литра, второй 2,4 литра. Цена 246 рублей. Хочу еще раз обратить ваше внимание на вот эти корзины для белья. Посмотрите, здесь они стоят 377 рублей. В Галамарте они стоили раньше 800 рублей, а сейчас они уже стоят 900 с лишним рублей. То есть цены же растут, а здесь вот цены не меняются. 40 литров объем. Есть в бежевом цвете и есть в пудровом цвете. Поддон универсальный, изготовлен из полипропилена, размер 37 на 70 сантиметров. Видите, здесь бортики есть. Так выглядит с обратной стороны. Почему универсальный? Потому что он подходит для обуви, для животных, для растений. Можно в шкафу на полке использовать, в ванной и на даче. Вот такой универсальный поддон. И его цена всего лишь 82 рубля. Миска алюминиевая. Такой тазик, да, можно сказать. 36 сантиметров в диаметре, объем 10 литров, цена 450 рублей. Также в магазине «Маяк» всегда в большом ассортименте представлена посуда. К обзорам покажу, потому что повторяться нет смысла. От Каша Бахче появилась новая посуда, набор бокалов для шампанского. По 200 мл бокальчики за 6 штук 445 рублей. Изготовлен знак «Рикальти» силикатного стекла. Стопка для водки от этого же производителя. Тот же состав, 60 мл и такая форма, 21 рубль. Набор рюмок для ликера от этого же производителя за 6 штучек 256 рублей. Объем не указан, но я думаю, что 50-60 мл, наверное. От этого же производителя фужер для красного вина 220 мл за 6 штучек 320 рублей. Также в большом ассортименте в магазине «Маяк» представлены сковороды. Я их показывала ранее, но вот на этих хочу остановиться подробнее. Это мои любимые сковороды, я их просто обожаю. Высочайшие качества. Они из литого алюминия с антипригарным покрытием. И на этот раз представлены только в красном цвете. Причем ручка с покрытием Soft Touch — это вообще прям вот ноу-хау. И почему хочу обратить внимание, потому что сейчас они представлены, сковороды, в трех самых ходовых, скажем так, диаметрах, объемах. Вот самая маленькая сковорода, 24 сантиметра, ее цена 640 рублей. Сковорода побольше 26 сантиметров стоит 650 рублей. И самая большая сковорода 28 сантиметров стоит 745 рублей. А теперь внимание, друзья. Вы можете купить три сковороды одинакового дизайна, высочайшего качества и самые ходовые вот диаметры, да, объемы самые, которые вот нужны в хозяйстве. Набор из трех сковород вы можете купить за 1800 рублей. В других магазинах вы одну сковороду покупаете за 1800 рублей. Почувствуйте разницу. И, как всегда, большой ассортимент посуды. Тоже есть высокий. Это вообще Италия производство. Я показывала это в прошлых обзорах. Поэтому сейчас буду показывать только новинки. И я их уже вижу. Они здесь есть. Какая прелесть. Как меня это радует. Новая посуда от Luminar из сверхпрочного стекла. Камера, наверное, не передает. Но, вы знаете, здесь такой синий цвет. Темно-синий цвет. Вот я покупала себе в «Маяке» бокалы синие, прям ждала стеклянную посуду, тоже синюю. Подумаю, может быть, эту куплю. Хотя она, конечно, не очень подходит по дизайну. Она подходит только в том плане, что стекло и синего цвета. Ну, подумаю. Но, в принципе, можно сочетать, я думаю. Так вот, вот эта тарелка десертная, услышьте цену, 45 рублей. Но это же нонсенс, это вообще за даром. За даром в фикс-прайсе. Подобная тарелка будет стоить рублей 100, не меньше. Суповая тарелка 20 сантиметров в диаметре. Цена 50 рублей. И вот написано цвет графит. Но все-таки он немножко, знаете, все-таки, мне кажется, синий оттенок есть. И большая обеденная тарелка 24 сантиметра в диаметре. 52 рубля. И вот сейчас увидела более подробное название. Океан графит. То есть все-таки, да, я была права. Есть у нее такой синий оттенок у этой посуды. Вот еще новиночка от китайского производителя. Это посуда из стеклокерамики. Тарелка
десертная 19 сантиметров за 77 рублей. Есть вот в таком дизайне, есть вот такой вариант. От этого же производителя салатники 500 миллилитров объем, стеклокерамика 15 сантиметров диаметр, 77 рублей. То есть вот здесь получается комплект. Салатник есть еще и в таком дизайне. И миска глубокая, то есть суповая тарелка по-нашему 800 миллилитров объем, диаметр 18 сантиметров, 90 рублей. Вот в этой расцветке получается прям полный комплект практически, да, только большой нет обеденной тарелки. А вот в этой расцветке я нашла только два варианта тарелок, здесь не хватает пиалочки. Хотя, может быть, в коробках и найдется, нужно просто поискать, если кому-то интересно. Приходите, ищите. Выбирайте. А вот эта посуда из фарфора от китайского производителя. Посмотрите, оригинально. Восточные мотивы, как я в таких случаях говорю, восточные мотивы. Салатник объем 610 мл, диаметр 17 см, цена 60 рублей. И за такую же цену тарелка 19 см в диаметре. Ну и как вы уже поняли, представлена эта серия в двух цветах. Вот уже новиночка от Паша Бахче, банка стеклянная для сыпучих продуктов. С металлической крышкой. 1 литр объем. Цена 100 рублей. Напомню, что всегда есть в продаже большой ассортимент постельного белья. И вот на матрасник. Я его показывала в каком-то выпуске, не помню, тогда я не нашла цену. Матрасник водонепроницаемый на резинке. 160 на 200 сантиметров. Цена 1021 рубль. Состав 100% хлопок, дышащая ткань, он водонепроницаемый, этот матрасник. Производство Чебоксары. Трикотажная простыня на резинке. Представлены только на двухспальные кровати эти простыни. Если размер 180 на 200, то вот такая цена. И 160 на 200, вот такая цена. Но вот этот пойдет также на диван. Или, может быть, полутораспальную кровать. Вот новиночка. Одеяло байковое, всесезонное, 100% хлопок. Размер 140 на 205 сантиметров. Представлено в двух цветах. И вот такая цена. Вафельное полотенце с новогодним дизайном. 41 на 62 сантиметра. 100% хлопок, конечно же. Цена 45 рублей. Есть различные расцветки. Есть вот синие. Есть бирюзовый цвет с тигром. Есть вот такой вариант, различные варианты, все не смогу показать. И вот это полотенце кухонное, мне тоже понравилось, ткань рогожка, то есть 100% хлопок, качество замечательное. 35 на 61 сантиметр, цена 40 рублей, но расцветка в этом случае только одна. Производство Екатеринбург. А есть еще вот такой в сером цвете, вот такой вариант. Как всегда в магазине «Маяк» огромный ассортимент трикотажа. В основном производство Узбекистан. Качество изумительное. Цены прям очень дешево. Прям очень дешево. В ассортименте появились в продаже пледы «Аэрософт». 150 на 200 сантиметров размер. Расцветки есть разные. Цена 560 рублей. Вот есть открытые. Они тоненькие. Я думаю, тепленькие. Производство город Иваново, состав 100% полиэстер. Немножечко совсем появилось новогодних товаров. Давайте посмотрим, что здесь нам предлагают. За 210 рублей светильник светодиодный «Елочка». 29 сантиметров высота. Производство Китай, работает от 3 батареек, вот здесь видно отсек. А в основе здесь светодиодная флекс-трубка, изготовленная на основе светодиодов. Внешний материал ПВХ. Оболочки и пластиковая подставка. Набор елочных украшений. 12 украшений здесь. Есть шарики глянцевые, есть шарики с блестками, есть шишечки и есть такие подарочки, как будто упаковочки. За такой набор 156 рублей. В прошлом году я знаю, что были еще и в синем цвете, но в этом году, видимо, только в красном цвете. И вот такой набор елочных игрушек. Здесь 14 штук разной формы. Есть глянцевые, есть матовые, есть шишечки, шарик, есть даже снежинки, есть конфетки. За такой набор 187 рублей. Есть вот в такой цветовой гамме. Есть вот такой вариант. И еще есть вот такой вариант. Новогодние пакеты подарочные за 32 рубля. Причем независимо от размера. То есть есть маленький, он будет стоить 32 рубля. И есть побольше, он тоже будет стоить 32 рубля. Елка декоративная со снегом, 30 сантиметров высота, цена 105 рублей. Верхушка на елку, белая звезда, диаметр 15 сантиметров. 10 LED-светильников,
108 рублей. Гирлянда водонепроницаемая для дома и улицы подходит, 10 метров. Стол от светильников, цена 239 рублей. Гирлянда водонепроницаемая, тоже бахрома называется, 4 метра здесь длина, 72 лет светильника, 385 рублей. Вот примерно так она будет выглядеть, эта гирлянда. Гирлянда занавес, 80 лет светильников и 8 режимов свечения. За такую красоту 239 рублей всего лишь. И примерно вот так будет выглядеть этот занавес. Размер 2 на 1,5 метра, 2 метра ширина и 1,5 метра высота. Ну что ж, на сегодня это все новогодние товары. Переходим к продуктам. На этом выпуск, посвященный новинкам из магазина «Маяк», я заканчиваю. Если понравилось видео, ставим лайки, приглашаем друзей и знакомых и подписываемся на наш канал «Экономь с нами». Для того, чтобы подписаться на наш канал, нужно нажать на круглый логотип в правом нижнем углу. После этого выйдет красная кнопка «Подписаться», нажимаете на нее. И с этих пор вы всегда будете в курсе наших новостей. А я благодарю вас за просмотр. Всем пока-пока.